Медовое кольцо, молочная мясная площади, сырный бульвар, улица Алтайских круп и не только. В Изумрудном собрались тысячи горожан, чтобы попробовать продукты местных производителей. Гастрономический фестиваль проходит в регионе уже третий раз. На мероприятии побывал губернатор края Виктор Томенко. Алтайскому краю, конечно, вы все это хорошо знаете. Есть чем гордиться. Много поводов для гордости. Но самое главное, конечно, это люди, жители края, которые заняты своим делом, которые влюблены в свой труд, в свою профессию, несут свою серьезную миссию. Наши сельхозтоваропроизводители – это все одни из лидеров не только Сибири, но и, конечно, всей страны. Попробовать горячие блинчики, как говорится, прямо со сковороды, да пожалуйста. А еще поиграть в шахматы печеньем и угоститься полуметровым пряником. На горячее блюдо высокой кухни от лучших шеф-поваров не только региона, но и России. Какие продукты вы алтайские используете? Гречка, масла, алтайская мраморная говядина и сыры. Сыры, да. Хлеб, яйца тоже с алтайской птицефабрики. Вот. Ну, самые основные продукты здесь. И мед, алтайский мед. Кулинарные творческие мастер-классы, кстати, тоже были. Кстати, фестиваль в этом году объединил два праздника – Дни алтайского сыра и фестиваль алтайского меда. Практически каждый продукт, представленный на ярмарке, можно было попробовать, сравнить и выбрать лучший. Это формат семейного праздника, семейного фестиваля, где представлены продукты питания, которые можно попробовать, продегустировать, купить, изучить то многообразие, которое есть сегодня в Алтайском крае производителей. Площадка, на самом деле, очень удобная. После завершения реконструкции здесь можно разместить почти все локации, которые мы предполагали. В свою очередь, производители, представители пищевой промышленности и аграрии отметили, такие мероприятия – отличная возможность не только рассказать о своей продукции, но и показать потребителю деятельность предприятий. Ирина Корчагина, Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.